Итак, всех приветствую. Небольшой видеообзор новинок. Отшита шуба-летучка в ярком изумрудном цвете с капюшоном из меха рыси. Вот такая красотуля. Я так понял, она вообще одна штучка, но она на несколько размеров идет. Так, здесь идут метровочки. Цвет джинс новый появился, кокон с капюшоном. Красивые расцветки, коротенькие шубки такие, автоледи с воротниками, вот они разные расцветки здесь есть. Вот так, сейчас очень модные, вот я смотрю, уходят в моду вот такие вещи с английским воротничком, накладной карман, это малиновый цвет, такие шубки автоледи в черном, еще мятые шубы есть. Новый красный цвет, вот яркий цвет Феррари, шикарный. Новые дымчатые расцветки, короткие. Так, и сейчас мы посмотрим, что вот тут новинки появились с английскими воротниками. Цвет орех, летучка, и вот летучка без куницы. Вот. Летучки также есть вот с пушистыми мехами, разные расцветки, посмотрите. Вот то, что мы сейчас смотрели, короткие автоледи. Цвет салатовый, яркий, цвет елка, белый. Вот там в уголке цвет ментол висит. Вот он мне больше всего нравится, вот тот ментоловый цвет. Светлая пудра, помада цвет, бежевый. Вот я вам все расцветки показываю здесь. Вот. Черная длинная шуба, хорошие норки, женская классика. Размеры есть разные. Черная с капюшоном из куницы, накладной карман, шуба в роспуск. Дамский вариант под пояс. Кстати, норка на высоте здесь. Вот, появились английские воротники, такие кимоношки с поясом. Новые фасоны, сейчас самые красивые, дымчатый цвет. Ну вот они разные тут, пожалуйста, целая ветка. Так, голубая норка. Вот. Это метровки.